В этом сезоне мы играли, получается, два матча. Первый матч мы играли 3-2. В этом матче, к сожалению, проиграли 2-1. Мы знаем Ростов, мы знаем соперника. У них есть определенные свои вот особенности, которые они используют во время своей игры. У них есть определенные маленькие детали, которые нужно обращать внимание. И, в общем, чтобы выиграть матч, нужно понимать соперника. И также качество, которое есть у тебя, как у команды, нужно вот эти вот хорошие качества, положительные качества использовать, чтобы побороть тем самым соперника и получить победу. У нас есть свой способ игры, и мы его используем. Конечно, сегодня. Но у соперника, конечно, на поле тоже есть соперник. Живые люди, это не манекены, эти люди, они там не оказывают, они пытаются перекрыть линию передачи. И в общем, насчет этого матча, вот 40 минут, которые мы играли во время этого матча, когда у нас было на одного игрока меньше, какая команда была лучше во время этих 40 минут? То просто все зависит не только вот от команды, также зависит от соперника, потому что мы играем против другого человека на поле.